Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Черешня и путь. Основные характеристики. Авторы – М. Коньшина, А. и Астахов, Всероссийский НИИ Люпина. Появился при скрещивании 3.36Х8.14. Год допущения к использованию – 1993. Тип роста – среднерослый. Сроки созревания – ранний. Размер плода – крупные. Самоплодность – самобесплодный. Назначение – универсальное. Высота дерева – М. 4-5. Вес плода – Г. 5,3. 9,7. Размер плода мм 21 на 22 на 20. Крона широкопирамидальная, хорошо облист, венная. Черешня фатеж. Основные характеристики. Авторы А. И. Евстратов, Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Год допущения к использованию 2001. Тип роста среднерослый. Сроки созревания ранний. Самоплодность самобесплодный. Назначение – десертное. Высота дерева – М, 5. Вес плода – Г, 4, 6. Крона – шаровидная, раскидистая, паниклая, средней густоты. Побеги – толстые, прямые, коричнево-бурые. Лист – крупный, широкий, ланцетовидные, длиннозаостренный, темно-зеленый, гладкий, блестящий. Окраска плода – красно-желтая. Дерево-сад – 3 четвертых летка. Черешня – два сорта, и путь-фатеж – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, садов. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола дерева сад – 3/4 летка. Черешня – два сорта, и путь-фатеж можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания черешни – прекрасно подходит открытый грунт. Дерево сад 3/4 летка. Черешня 2 сорта и путь-фатеж имеет средне-ранний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июль. Вкус сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 3/4 летка. Черешня 2 сорта и путь-фатеж самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.